Здравствуйте, с вами Fluttershy 2013, и мы продолжаем проходить карты для моей карты в Ocean Conflict. Следующая карта по списку, которую я упоминал в прошлый раз, карта называется Код. Код эпизод 11. Название говорит само за себя, тут есть такая картинка кота. На самом деле это вырезанная текстура из Half-Life 2 того кота, которого посадили в телепорт. Ну, до телепорта с нами был как бы тестовый телепорт с котом, и он как бы его разорвал, как я понял, на кусочки. И было все плохо. Карта называется так, но только вот этот код тут и больше ничего, остальное название ничего не имеет. Карта упоротая, сделана в 2009 году, и сейчас увидите почему. Мы появляемся на самом верху, и тут вот такие проходы. Если вниз падаем, то мы умираем, но тут мы не умрем, по идее. Только тут у меня триггеров вообще нет на карте. Давайте проверим. Совечит один. Совечит один и шел траву. Хотя не, вроде тут триггер убивает. Ну да, то мы не сократить путь. Все рассчитано. Ну все, короче, что надо делать? Тут пройти некуда, тут есть какой-то блок, вот, где код. На самом деле это невидимая текстурка, которую насквозь проходишь. Точнее, не невидимая, а неосязаемая, так сказать. Не твердая текстура. Дальше идем вперед. Самое интересное, что я тут пройти не могу. Что со мной? Это что за бред? О, блин, что за хрень? Иди в жопу. Он что делает? Скажите, он что? Вот это делает? Пипец. Вот это меня растянуло. Короче, она сделана для хафы первый Deathmatch Source. Но, блин. Иди в жопу. А, боже. Извините, конечно, это за бред был, но это полный бред был. Короче, убираем эту штуку через CV-чит. Пока. Ну-ка, в Half-Life Deathmatch Source там игрок чуть меньше по размеру, чем тут. Ау. Бесконечный прыгать, ау. Больно. Краб. Я знал. Чё ты тут? Так, куча монтировок. Красный свет ужаса. Ау. Блин, напугало. Кстати, тут также есть лики, вот видите, лик за карту. Краб! Я тебя видел? Вот это, как думаешь, что это такое? Это тот самый кот, черт торчит. Да где ты? Где ты? Ты где? Тварь! 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 Твари! У меня мало хп осталось, уже охренели. Кстати, вот то самое место. Теперь мы вот тут по вентиляции ползаем. На самом деле я не должен получать урона, но в этой модификации получаешь урон. Краб. Тут барнакл. В которую надо обязательно попасться. Иди в жопу. Тут у нас крабов куча. Ядовитые крабы, 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 крабы. 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 Крабы? Увернулся от всех крабов. Приз в студию. Ну вот, мы прошли в самый низ. Тут тупой барнакл. 20 хп, охренеть. Я не помню, вообще, если тут есть, нет. Так, куда тут идти? Это конец, что ли? Не, вот тут внизу есть что-то. Все, вспомнил. Так. Это вроде ломается. Да, это стекло. Я еще материал даже не умел делать. Когда ломается что-то. Так, вроде тут еще что-то сломается, я помню. Не? А ну ладно. Так, зомби, я к тебе иду. Я к тебе и пришел. Получить по щам. И сюда прыгнешь, кстати, то умрешь. Вот опять дырка. Куча дырок, не со стыковок, такая упоротая карта, просто в шоке. И это моя карта упоротая. Да, зомби, упоротая карта. Ты сам упорот, не знаю как. Барнакл, водичка упоротая, ну, конечно. Ой, ой. Нахрен, спи. Вот тут я помню, тут вот очень жуткая хрень. Тупой краб, я тебя сожру, я тебя перекошу. Чтобы это долго вам не ждать. Перемотка. Нет, слишком быстро. Я иду, иди в жопу. Тупой краб, сожру. Так, куда идти? Куда? Куда? Ага. Что за бред?
Да что за хрень? Извините, что это за бред, но это просто пипец. Быстрее, быстрее, беги, 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 беги. Иди в жопу. Все. Перемотай. Так. Ну сейчас ты мне ответишь по щам, хит крабище. Я тебя сожру. И ты ничего не сделаешь. А? А, я по. А, блин, я вспомнил, что это за хрень была. Там, короче, такая хрень сделана. Сейчас я сейчас дойду быстренько до туда и скажу, что тут вообще было. И нахрен. Барнакище. Так, сейчас. Вот он, проход. Идем дальше, идем, 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 идем. Сейчас. Дойдем до этого места быстро, чтобы не останавливать запись. Сразу дойдем. Прыжок. И все. Короче, вот что тут на корне. Тут надо идти вот это по этим следам крови. Тогда ты выживешь. Самое интересное, что зомби не умирают, если они идут не по крови. О, тупой барнакище. Барнакище. Не кусил, ха-ха-ха. На самом деле, вот что тут было бы. На самом деле, вот это что такое? Это триггеры. Это раньше такая текстура триггера была. Я не умел даже текстуру триггера делать. Выглядит как кирпичная хрень. Вот они бы убивали меня. Так. Зомби. 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 Хит-крабищ. Хит-крабище. Опять вентиляция, да? Краб. Обожал крабов делать. Краб. Даже поворачивать по МПЦ не умел. Краб. Не помню, что сейчас было. Телепорт, видимо. Краб. Пять зомби. Блин, эту карту уже подзабыл, на самом деле. Давно играл последний раз на ней. Проходил. Что-то поминаю это место. Зомби, 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 сдохни. На самом деле это шипы такие, упоротые. Прыгнешь туда, умрешь. И все заново. Так тут сейвов даже не было. Крабы, крабы, крабы. Куча крабов. Ха, всех. Блин, барнак, я думаю, я увернусь от тебя, не? Иди в жопу. Ну сейчас еще одного попаду, да? Ну конечно. Не, не возьмешь, не возьмешь, не возьмешь, не возьмешь. Да не возьмешь, я сказал. Все. Кусилу хватит. С тебя. Причитается. Краб. Еще хит крабы. Краб, краб. Краб. Тут вроде два прохода одинаковые, да? Краб. Краб. А, все, 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 я понял. Если они будут прыгать, почему? Потому что я умру, и все заново. Это ловушка. Тут проходы ловушки бывают. Блин. Отвлекнуться нельзя, блин, и сразу краб прыгает. Или это ловушка? Не, по-моему, это ловушка, там мертвый краб. Я уже подзабыл эту карту, там даже написано Danger. Я думаю, это не просто так. Я не хочу опять с самого начала все идти. Так что идем сюда. Ну, если я туда прыгну, я просто умру и все, больше ничего, никаких там эффектов не будет. Да, тут. Кто меня куснул? Что? Это была ледовитая вода? Я думаю, опять в ловушку попал. Ну не. Блин, у меня хп мало. Так. С монтировкой против этих. Ну это вообще, блин. Это что за издевательство? У меня хп нету. Иди в жопу. О боже. Столько прошел ради того, чтобы меня убили еще раз. Но. Перемотка рулит. Перемотка, перемотка, перемотка. Мотаем все вокруг. Барнакл не поможет, блин. Вообще охренел. Вроде он не мог меня вытащить, а теперь вытащил. Просто ни стыда, ни совести у этого барнакла, опять зверски. Я думал, сейчас упаду, но не. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Тук-тук-тук-тук-тук. 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 Тук. На большой скорости это сложно, на самом деле. Тук-тук-тук. На себя тут прыгать даже не надо. Специально так сделано. Окей, все.
Там-там. Так. 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 Убираем перемотку. Барнакл, какой же ты голодный! Не, все-таки не смог сапать. Молодец. Зачет тебе. Так, опять идем. Так, тут ядовитая вода. Иди в жопу! Я его не увидел. Ладно. Короче, я даже со 100 хп смог пройти и пошли дальше. Тут достал умирать на этом месте. Сдохни, сдохни. Свечи ты вырубил? Вроде вырубил, да. Так, я забыл эту хрень вырубить. Все. Боже мой, как же ты меня достал! Тупая тварюга большая. Не возьмешь. Не возьмешь. Молодец. Все бросил. Так. Тут у нас лабиринт вроде, да, из мертвых хренов. Опять упор-то есть не та самая. Ау! Ау! Охренее! Крабы! Иди нахрен! Блин, Челси, тише! Умри! Умри, говорю! Ты где ты? О боже! Так, король, продолжаем. Тут просто родители уже приехали еще с магазина. Сейчас быстренько это снимаю. Так, был телепорт. Иди нахрен, краб. Так, я помню, вот этот арбалет, это телепорт означает, да? Ну, который нельзя взять, да. Специально, не знаю, зачем так сделано. Это упор, это лестница, которую помните. Во, куда надо подниматься высоко. Краб. Всех крабов перерешу. Блин. Скинул все-таки, гад. Так, у меня аптечек мало. Я не хочу все заново проходить. Спасибо за аптечку. Сколько крабов. Крабы. Приятно аппетита. Ты... Ты тварь большая. Ползучий. Мать твоя такая же. Черноволосая. На. Ой-ой-ой. Тут сейчас дохера монстров будет, да? Охренеть. Зомбильная апокалипсис какой-то. Умри. Что это тупые? Так они не умеют ходить и прыгать. Все. Да хера зомби. Слишком до хрена. Ядовитый зомби. Не, не попал, молодец. Хотя я даже не вижу, кто там стоит. А, тут, блин, нахрен этих зомби убивать, блин. Там до хера. Я их обойду лучше. Так. Все. Никому не дам пройти. Все. Охренеть, сколько их тут. Я сейчас сдохну, точно. Тут крабовая апокалипсис просто. Иди нахрен. Иди нахрен. Пипец. Короче, я ногтем воспользуюсь, чтобы все заново не проходить, блин. Полгода займет. Видишь, сколько этих монстров? Это просто пипец, кишит их там. Целый гарнир. Иди. Это все из-за тебя. Все из-за тебя. Да, из-за тебя. Прощай. Все-таки надо всех этих модов переубивать, да хера, вы вообще просто. Я не знаю, зачем кто столько прозасовывал, иди нахрен. Потом еще на яйцо прыгают там, крабы кусаются. Иди нахрен. А вот вы виноваты во всем, что я сдох. Хина. Умри уже. Прыгай. Молодец. Вот это на самом деле все, это конец карты. Короче, навет добрались, и это мы все выполним. Так эта карта заброшена, как все другие. Конечно, она очень жесткая карта, но, блин, упоротая. Следующая карта, которую я покажу, наверное, будет тренер. Это тоже упоротая карта, которую лучше не умирать. Но она намного лучше сделана, чем вот эта карта.
Так она намного позже сделана. Это раньше. Да, 2010, это 2009 года. Ну, на этом все. С вами была Флаттерша 2013. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, конечно же, пока. Ей.